Здравствуйте, дорогие друзья, это канал Максимадзе, и я сегодня решил поиграть в Angry Birds Space. Прошли мы с вами довольно-таки давно первые три эпизодика, и на этом что-то остановились опять. Я совсем уже запомнил про эту игру. Давайте перейдем к следующему эпизоду, называется он «Утопия». Короче, жердяй свин охотится на вот это яйцо космическое. Вот в таком вот странном космическом месте мы проходим это дело. Тут все такое из еды, крендели тут везде у нас. Это, короче, все вот это. Блин, я не успел. Так, ну и последний еще у нас остался. Это вот этот. Надеюсь. Да, все получилось. Кто мне там пишет, блин. Ух, давненько я не играл в Angry Birds Space, могу что-то запросто, наверное, забыть. Но я так и не думаю, что я что-то забуду. Как играть, я, конечно, помню, но я вот уровни не помню из этого эпизода. Так, попробуем вот так запустить. Да, не очень я сейчас точно выстрелил. Динамиты не получится взорвать. Ладно, еще раз. О, хорош. Блин, вот. Да вот этого вот места немножко сложно долететь. О, хорош, хорош прям вообще. Вот так и надо было делать с самого начала. Короче, везде сладости тут. И это. Попкорн. Ах, блин. О, отлично. Так, что там дальше будет у нас? Так, я пробью сейчас вот это? Нет, не пробью. Ладно. Вот так давайте попробуем. Так, осталось только вот это вот замочить, и будет все офигительно. Так, вот тут уже отскакивать надо. Так, двоих снесли. Блин, вот что с одним опять? Не получилось. С
остался одним тут. Так, вообще бесполезно получилось как-то. Блин. Кусок говна мешает вот этот. Так. Ладно, вот так. О, хорошо. Идем дальше. Так, ну и в динамит вот это попасть, и все будет офигенно тоже. Так, вот надо в попкорн в этот попасть, наверное, который тут внизу. Да что ж такое? Может сюда попробовать попасть? Так, ну только от одного избавились. Не очень это прикольно было. О, о-о-о, пошел попкорн. Пошел, блин. Так, там два динамита, но мне кажется, они не дадут особой пользы. Так что будем сюда целиться лучше пока. Ох, блин. Ну-ка, может вот так попробовать? Немножко не туда, правда. Судя по всему, задумывается тут так, чтобы попасть вот как-то вот так. Не, надо колонну эту пробить, чтобы не мешалось. О, вот так надо было сделать. Надо было веревку сломать. А затем пульнуть туда птицу вот эту. Пробить все это дело вот этой птицей. Эх, жалко не на голову. Ну и остается только попасть в этого свина. И на этом заканчивается все дело. Какой это у нас уровень? 10. О, жирный свин. Но это не тот еще, которого мы замочить должны. Может вот так? Нет, я не так хотел. Ну, ладно, так тоже сойдет. Bubbles. Раздувающийся у нас тут теперь. Это офигенно. И бумс. Отлично. Так, сейчас
А что она не выделяется? Так, это 12-й вроде, да? Да, 12-й. Мы меньше половины еще, к сожалению, прошли. Я случайно это сделал. Так, ну, видимо, надо от вот этой фигни сначала избавиться, потому что я других вариантов не вижу. А уже потом запускать туда. Попробуем вот так теперь сделать. Да, фигня это не падает. О, вот так еще получилось. Правда, свин этот не сдох. Но все равно какой-то прогресс у нас есть. О, прям вообще было хорошо. Динамит не вобанул, к сожалению. Ну и ладно, зато уровень прошли. Так, жирный, жирный и еще раз жирный. Просто скидываем все эти камушки на них. Ну-ка, еще раз. И выигрываем. Отлично. Что-то я пока ни одного яйца не увидел. Золотого. Может быть, я, конечно, проглядел. Но надеюсь, что не проглядел. Я просто не помню, где тут золотые яйца есть. Давайте, короче, я на всякий случай в интернет загляну, чтобы посмотреть. Посмотреть, где могут быть яйца золотые. Так, сейчас посмотрим. Angry Birds. Блин, что-то у меня интернет медленно грузит на Wi-Fi. Ладно, ну здесь точно яйца нету, так что давайте пройдем. Пока эта хрень пытается загрузиться, у меня вообще браузер завис. Так. Эгостероид. Называется он, вроде бы. Эпизод этот. А, это вообще на английском. Я на русском хотел, ну ладно. На английском хотя бы хоть посмотрим. Так, это у нас какой четвертый? Так, четвертый. А, на следующем будет первое золотое яйцо. И на 24-м еще будет. Хорошо, тут два яйца. Одно на следующем уровне, второе на 24-м. Хорошо, запоминаем. Так, надеюсь, попаду. Есть, попал. Смотрим, где тут яйцо. А вот и яйцо. Ух,
Чё-то много королей тут. Обычно король всегда один, а тут вон сколько их. 4 аж. Вот тут вот эти птицы есть, но они не играбельные. Они просто для красоты тут. Играбельные у нас только красные птицы. Red. Зовут его. Эти просто для красоты стоят. Они, по-моему, не моргают даже глазами. Так, вот тут сложно попасть, на самом деле, если честно. Тяжеловато попадать сюда немного. Ладно, давайте наверх попробуем тогда. О, точно, надо было вот так делать. Так, ну эти сейчас сдохнут. Наверное. Да, они сдохли. Хорошо, хорошо. Следующий у нас 17-й вроде бы уровень. И мы его очень быстро прошли. Надо на 3 звезды. Так, вот надо бы в динамит попасть. Во. Правда, это не особо-то толку дало, потому что... А, у нас же еще птичка есть. Только я не уверен, что это... от этого толк будет особо какой-то. Потому что... Да. Сломать их хрен получится. Да блин, ну что ты будешь делать, а? Самый бесполезный выстрел получился. Какой-то сложноватый уровень немного, если честно. Пусть повалится немножечко. Да блин. Я что-то забыл, как я попал в тот раз туда. Попробуем вот так сделать. О, вот это уже лучше. Это уже было намного лучше. Надо было так сразу делать. Вот и все. 8. Нет, это 19 уже уровень. Окей. Отличный просто удар. Так, ну вот этих уже я не разобью.
одной птицей. А вот так можно было сделать, да. Ну и все. Ну блин, как жалко, что не в тот динамит. А, ну, попал. У него все-таки... Так, надо до двух этих свиней добраться. Так, ну да, до одного добрались, надо еще до одного. Эх, не получилось. Ну и все. Блин, это пипец. Да, вроде бы кажется, ну что тут сложного? Надо сделать вот так. Да, ну вот сейчас лучше получилось, чем в первый раз. Что это за уровень? Так, через два уровня будет еще одно яйцо. Блин. Так, не очень получилось. Так, вот надо как-то еще двоих таких же взорвать, но не у нас получилось это сделать. Так, вот было бы на самом деле неплохо просто по очереди взорвать всех троих. Так, первый, о, даже второй готов. Так, ну вот с третьим не задалось. Да что ж такое, а? Thank you.
О, наконец-то. О, вот динамит бы взорвать этот. Блин, вот бомбанул бы вот этот камушек, а? Да что ж такое, а? А с обратной стороны нельзя запустить? Ну-ка попробуем еще раз. С более большого расстояния. Так, ну-ка, если вот так... Нет, это ничем не поможет. Да блин, ну какой-то сложный уровень, если честно. Сложный уровень. И бумс. О, сейчас немножко получше получается вроде. О, а вот и яичко. Спам опять в смс-ках шлют. Какой-то уровень, да, да, это 24-й. Да, нифига динамит не сработал. О, ну ладно. Так тоже сойдет. Ну
Ну блин, вот кусок говна. Как я теперь? Кусок говна помешал этот. Так, ну а как с последним свином, с тем быть? Да, ни один вообще динамит не упал. Может вниз попробовать стрельнуть. О, точно, точно. Надо было так сделать. Судя по всему. О, вот так сделать надо было. Развалить все это нафиг вообще. Так вот, чтобы вот это все обвалилось, надо это сломать ту железяку, под которой все это дело торчит. О, хорошо, хорошо, хорошо. Фу, сколько это? 27-й? Опять смс. Давай, давай, и этого тоже смочи. Ну, ё-моё. Это ж пипец просто. Прикольный удар, конечно, был, но вот только особого толку-то не дало это все дело.
Да ё-моё, ну кусок говёной палочки был, который испортил буквально всё. Ох, блин. Блин, вот вечно вот этот зароется и это. Заколебался я это уже проходить на самом-то деле. Ну-ка, давай. Окей, 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 хорошо. Дело пошло немного получше. Есть. Фух, я уже вон не пройду это никогда, блин. Сложный уровень был. Тоже. Так, теперь туда. Пипец. Ура, наконец-то босс. Короче, он жует попкорн, надо ему всякую гадость, чтобы в рот ему попадало. Камни. Можно еще вот так сделать, чтобы ему испорченный попкорн падал. Да, этот. Давайте заново этот камушек. Что-то застрял и все. Два, два, два. Второй сразу давай.
Да, он еще и маленьким стал. Собственно говоря, вот так вот прошли мы этот эпизод. Следующий Red Planet называется эпизод. Ну что ж, на этом все. Такой вот сложненький эпизод был на 40 минут. С вас, Игос, подписывайся, с меня эпичные видосы. И подписывайтесь также на стримский канал, чтобы не пропускать прямые эфиры, а также вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока!